современной игры. Отличные, все было замечательно. Я считаю, отличный способ пропаганды ГО. Атмосфера вот такая, обалденно. Впечатление от игры вообще замечательно. Мы просто только вчера интересно, узнали, захватывающе, как еще сказать. Просто, ну, даже дождь не мешает. Море еды, море кофе, море позитива. Да. Игра очень хорошая, я хоть и в третий раз сыграю, но мне очень понравилось. Это теперь одна из моих самых любимых настольных игр. Мероприятие потрясающее. Я бывал на нескольких мероприятиях в Петербурге, и это лучше. Потому что, конечно, такого количества одновременно игроков и такого количества топ-мастеров я не видел очень давно. Это, конечно, в преддверии Европейского ГО-конгресса. И я считаю, что это событие просто знаменательное для истории и жизни ГО в Санкт-Петербурге. Это веселее, потому что здесь нету такого ажиотажа, то есть в турнире все-таки, мне кажется, люди стараются больше все-таки выиграть, а здесь, ну, просто интересно попробовать свои силы, скажем так. Так здорово, что такое вообще проводится мероприятие, такое масштабное. Самое главное, что это высокая цель, поставить рекорд. Все продумано, все хорошо, играют, погодные условия продумали, активности для детей, то есть очень довольны. Все очень здорово, все понравилось, все очень много полезного увидел, узнал. Да вообще просто, да. Вау, понимаете, просто. Вот и есть, белый. Здорово. Дима, не жульничай! Объявляем официально зарегистрированных!